зарядка закончилась. Привет. Красавчик! Молодец! Слава сюда летит! Thank you.
мы там ждем, Дима, мы там мотор на несколько минут ждем подходящего ветра. Thank you.
Коля, тебя на земле ждут.
Ну, пока держит, я не знаю, чего. Так оно держать будет до вечера. Можешь спустить, а прокатишь. Тут мне друга. Я сейчас не могу, погоди, я первый раз отлетаю. Да чуть попозже, сейчас. Скоро прилечу. Колян, летай, еще 100 метров высота затяжек. Ну, видишь, я сам говорить нечего. Дядь Слава летал, он не видел просто высоту затяжек. Высота очень маленькая больше. Да, я пронаблюдал. Так, давай, просто это дело затягивай, держи. Вот эти Славы рация села. Нахер отключил рацию, болтовал. Что-то отвлекает. Словесный помог. Thank you.
секунду. Сливать высоту, потому что уже порядка 500 метров. 550 было. А это уже нарушение, поэтому не будем борзеть. Идем в нисходящую зону, проваливаемся. Потом вернемся назад и попробуем еще раз подвигнуть. Пока такой план. На маршрут я не полечу, потому что я уже замерз. Все равно будет у меня такая. Уверенно сыпемся минус 1-3. Наша задача перелететь сложно, чтобы я рацию отключал, потому что невозможно лететь, вы там все болтаете.
Ну.